Я могу сказать, что я в 99-м году, как тогда, так и сейчас, я все-таки думаю, что это наши спецслужбы, но руками чеченцев. Ну а если это наши спецслужбы, то зачем? Public relations. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких, и чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля, в российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали. И войну начали, и сделали ее кровавой. И никого не шокировало летящие на Грозный бомбы. Да, отлично. Все правильно.